Пока кировчане выбирают наряды, готовят угощения к новогоднему столу и планируют свой отдых на каникулах, кто-то создает эту самую атмосферу праздника. В Кировском цирке сейчас с новой программой представители династии Запашных и другие артисты. Для них праздники и выходные – это в первую очередь работа. Как они встречают Новый год, о чем мечтают и какой он – дом для артиста цирка, расскажет Наталья Бакерина. Все волнуются. Перед Новым годом волнение самое приятное, делится чита Карачинских. Юлия и Кирилл вместе много лет, воспитывают двоих детей и с ними ездят на гастроли. В Кирове этот Новый год встречают первый раз, и один семейный праздник у них перетекает в другой. Такая традиция, просто вот у супруги 30-го день рождения, и вот мы сначала празднуем день рождения, и потом плавно переходит у нас в Новый год. Ну, вот у нас так вот получается. С гастролями они объездили всю страну. Номер с осликами и обезьянками очень полюбился публике. У Юли и Кирилла двое детей – Алина и Костя. Елку, говорят, уже нарядили, желание загадали и даже подарок Деду Морозу заказали. Новый год для 5-летнего Кости – самый любимый праздник. Потому что там подарки. Что ждешь на Новый год? Какой подарок? Самолет. Уже знаешь, что хочешь. То есть Дедушке Морозу уже заказ сделал, да? Если Костя только начал путешествовать с родителями, то Алина почти 10 лет в разъездах и гастролях. Участвовала и сама в цирковых представлениях. И с волка у меня. Я помогала бабушке с дедушкой, работала с козликами как бы. И, ну, выходила, прям работала, крутила сальто. Один город сменяет другой. Это и есть жизнь для артиста цирка. В перерывах между гастролями они приезжают домой, в Москву, на пару дней. Но все равно тянет обратно цирк. В Москве, если живешь, вот неделю там пожил, вроде хочется домой, да, а все равно тянет сюда. Для представителя старейшей династии Запашных Дана цирк стал домом с самого начала. Себя он называет ребенком, рожденным в опилках. Дан появился на свет во время гастролей в Костроме и с тех пор не представляет своей жизни без манежа, софитов и своих подопечных. Дом для меня, в принципе, вот наша страна, то есть наш цирк, наша работа. И меня в целом всегда встречают на гастролях как дома. То есть это то место, где я родился, то место, где я провожу очень много времени, и я могу сказать, что цирк в целом это мой дом. Дан выступает с шимпанзе Бонни и Мальтой. Вместе они делают забавные акробатические трюки. Гастроли артистов в Кировском цирке будут проходить на протяжении всех новогодних праздников. Зрителей ждет настоящий парад звезд, атмосфера волшебства, захватывающие трюки и удивительные номера с самыми разными животными. 1 января на манеже снова закипит жизнь. Артисты придут на репетиции. Самое важное – быть любимым и любить. Находиться в кругу настоящих друзей и в кругу семьи. Вот. И мне очень хочется пожелать, чтобы у каждого человека была такая возможность, куда можно прийти, где вас любят, и где есть такие люди, которых любите вы. Наталья Бакерина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.